します。
Celestial Empire's just down the border. Actually, I don't know if it's dead. Ну,
Se não pega, cuida, cuida, cuida. Bate no cara. Muito. Stealth, in other words. Jack. Maybe it's shorter. Walnut. Jakey. She's the range. Hobno, you're the king. In the form of the Stalin, you're the leech. Это направление. Отдохни, а я еще поживу. Полячка молодая. Прошу прощения. Все прошу, пани. А хоть бы и так, что с того? Мы так не договорились. Мы на бабу. На бабу на... Договорились на бабу. На бабу. Нет, но... Прошу прощения, прекрасная пани. Я был поражен тем, как ловко вы управились с этими двумя разбойниками. Увы, их было больше двух. Мне повезло, что тут оказались вы, пан. Юрий. Юрий Милославский.
Я не просто... Жорж Милославский. Не вам ли я должен передать бумаги от купца Еремеева? Да, очень так. Так это вы тот гонец от Харитона, которого я никак не могла дождаться. Что ж, сегодня мне вдвойне повезло. Давайте бумаги, пан Юрий. Одну минуту. Пан Юрий. Называйте меня Иреной. Как скажете, пани Ирена. Очень красивое имя. Как и вы сами. А вы, пан Юрий, умеете не только махать саблей, но и говорить комплименты? Да. Пани Ирена, но как так вышло, что вы тут оказались? Обстоятельства. Род моей госпожи древний, но в последнее время обстоятельства складывались против них. У нее не осталось верных мужчин, чтобы поручить им важное дело. Я вижу, пани Ирена, вы и сами справляетесь не хуже любого крылатого гусара. Но если вам все же потребуется помощь... Я запомню ваши слова, пан Юрий. Кто знает, возможно, это не последняя наша встреча. И в следующий раз у вас будет шанс исполнить свое обещание. Еще верхом. Еще в мужском седле. Чудеса какие. Девушка, а какова? Я думал, такие только в сказках бывают. Печально. Куда делись? Где вы куда-то? А третий
его лицо. Так. Снижение. О, береги. Спасибо.
там новых встреч людей.